Полонский Алексей Андреевич, герой Советского Союза. Родился 17 мая 1914 года в городе Великие Луки, ныне Псковской области. Война застала Алексея Полонского в должности начальника литейного цеха завода «Амурсталь» в Комсомольске-на-Амуре. Участник Великой Отечественной войны с 1943 года. Командир батальона 19-го гвардейского воздушно-десантного полка, 10-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, 37-й армии Степного фронта. Принимал участие в освобождении левобережной Украины, форсировании Днепра в начале октября 1943 года вместе с приданной батальону артиллерии в течение дня отбивал атаку противника, уничтожив 17 танков и дороты пехоты. Контуженным попал в плен и был сожжен гитлеровцами заживо 8 октября 1943 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 декабря 1943 года капитану Павловскому Алексею Андреевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, награжден орденом Ленина.